Включи так. Включай. Ваше блаженство, блаженнейший Савва, митрополит Варшавский и всея Польши, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, с великой радостью взираю я на вас сегодня в таком множестве собравшихся на этой святой горе, чтобы прославить преобразившегося Спасителя. Много слышал об этих замечательных, общих, народных молитвах, что происходит на этом месте. Видел фотографии, мне рассказывали об этом много, но не мог себе представить то, что происходит на самом деле. И душа преисполнилась великой радости, когда видел я бесчисленные вереницы автомобилей, множество светлых и радостных лиц, устремляющихся сюда для общей молитвы. Это означает, что есть потребность у вас, православного народа, прошедшего непростыми историческими путями, пронесшими через эти обстоятельства свою православную веру, быть вместе в день преображения, чтобы совместными молитвами укрепить себя в вере, в надежде и в любви. Я принес вам любовь и благословение Святой Руси, ваших братьев и сестер из России, Украины, Белоруссии, Молдовы и других стран, в которых отобразилась история, духовность и вера исторической Руси. Я принес вам любовь ваших братьев и сестер. И для меня, как для патриарха всея Руси, сегодняшний день и сегодняшняя встреча с вами исполнена особым смыслом. Мы все знаем историю. Мы все знаем, что произошли от единого корня. И радуюсь видеть сегодня автокефальную православную польскую церковь, исполненную силой, надеждой, упованием на помощь Божию, взирающую спокойно в будущее. И в этой уверенности есть основание. Основание – это ваш труд по воспитанию ваших детей и внуков, по формированию духовного облика современной православной молодежи, по созиданию и сохранению духовной вашей общности. Труд непростой, потому что в непростое время мы живем. Быть христианином сегодня непросто. И если человек, преодолевая внешние обстоятельства, прославляет Бога и словом, и жизнью своею, то совершает то, что и открывает ему двери спасения. Пусть Господь, преобразившийся на горе Фавор, к свету и славе своего преображения каждого из вас сегодня приобщит через эту общую нашу молитву на Грабарской горе. И покров Пречистой Царицы Небесной пусть пребывает над Польшей, над ее народом, над Польской Православной Церковью, дабы в мире и благополучии жили православные католики,
сохраняя единодушие и созидая общественное согласие. Я благословляю вас и передаю вам свою любовь и свое уважение к подвигу и трудам ваших благочестивых родителей, ваших предков и к вашим подвигам и трудам по сохранению веры православной. Аминь. Всех вас еще раз поздравляю с великим праздником Преображения Господня. Ваше Святейшество, благодарю за благословение и эти теплые слова. И призываю вас всех, целая горка поет Его Святейшество многое лето. Цава гура шпева многое лето. Многое лето. Иисус, Петра, Иакова и Иоанна, взыди на гору, помолитесь, ибо истегда молящийся видение лица Его ино, и одеяние Его бело блистаяся, и се мужа два с ним глаголюще, я же беста Моисея Илия, явшийся во славе, глаголос-то же исход Его, и же хотяще скончати во Иерусалиме. Петр же Иисуще с ним, бяху отягчены сном, у бушедшися же видяше славу Его, и оба мужа стояще с ним, и быстегда разлучистося от Него, рече Петр к Иисусу, наставниче, добро есть нам сде быти, и сотворим сени три, едину Тебе, едину Моисееве, и едину Илии, не ведай, еже глаголоше. Се же ему глаголище бысть облак и осени их, убояшися же вшедшим им в облак, и глаз бысть из облака, глаголя, сей есть Сын мой возлюбленный, того послушайте, и когда бысть глаз, обретесь Иисус един, идти умолчаша, и никому же возвестиша, в ты дня не часожа от тех, я же видиша. Девять часов.